Портрет Бадуэна де Ланоа. Это небольшой портрет, выполненный маслом на панно раннего голландского художника Яна ван Эйка. На нем изображен Бадуэн де Ланоа, фламандский государственный деятель и посол Филиппа Доброго при дворе Генриха V в Англии. Из сохранившихся документов известно, что работа была заказана в знаменование его вступления в орден. Бадуэн де Ланоа в официальной позе держит в правой руке деревянную палочку, на мизинце – золотое кольцо. Уцелевшие ранние портреты ван Эйка, как правило, изображают сидящего с эмблемой его профессии – и ранга. Мужчина одет парадную одежду с воротником ордена Золотого Руна на шее. На пальто темные вышитые золотые мотивы, похожие на дубовые листья или папоротники. На шее и на каждом запястье крупные красные пряди подкладки. Его большая черная фетровая шляпа похожа на ту, которую носил Джованни Арнольфини в портрете Арнольфини ван Эйка 1434 года. Ван Эйк взял на себя смелость подчеркнуть в реальности черты своей модели. В частности, голова человека непропорциональна его телу. Тем не менее, художник не сделал ничего, чтобы украсить портрет, представляя человека таким, каким он был на самом деле, без какого-либо стиля или следа идеализации начала 15 века. Портрет находится в Государственной картинной галерее Берлина. Рентгенографический анализ датирует ростовые кольца в древесине между 1205 и 1383 годами, и что древесина была взята из того же дерева, что и доска в его портрете Джованни ди Николао Арнольфини 1438 и Филадельфии Святого Франциска 1430-1432.